8 человек погибли, четверо травмированы в результате масштабного ДТП в Великобритании. По пути на Ньюпорт-Пагнелл два грузовика буквально раздавили микроавтобус. Авария случилась ранним утром по местному времени. Все три авто ехали в одном направлении. Полиция подозревает, что трагедия произошла по вине водителей грузовиков. Обоих мужчин задержали из-за ДТП. На 9 часов закрыли одну из главных автомагистралей, из-за чего возникли огромные пробки.